Люди в костюмах Ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве. Статья на РИА Новости за 1 ноября 2021 года. Люди в костюмах Ку-клукс-клана в воскресенье провели акцию в центре Киева. Они держали плакаты с расистскими надписями, сообщает интернет-издание «Страна.ua». В Киеве вчера устроили расистскую акцию. Люди в костюмах Ку-клукс-клана прошлись по центру Киева с плакатами «Да, мы расисты», «ККК вернулся» и «White Power», говорится в сообщении в понедельник. По данным издания, после акции ее участники сфотографировались на Крещатике с зигами. В августе на Украине разгорелся расистский скандал. В Киеве неизвестные подошли к украинскому олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе и депутату Верховной Рады Жану Беленюку и стали выкрикивать оскорбления по поводу его расы. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот инцидент, заявил, что проявления расизма на Украине недопустимы. Позднее Беленюк сам отозвал заявление по поводу российских оскорблений в свой адрес, поскольку перед ним извинились. Позже Беленюк рассказал, что не ходит на стадион смотреть футбол из-за опасения радикально настроенных фанатов и проявления расизма в свой адрес. Люди в костюмах Ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве.